Как-то потноватенько немножко, нет? Ночью отыгрывать в сторе. Вообще ж ни хрена не видно. Да what the fuck, а, чел? Да ты сдох уже, все. Там некуда бежать. Что-то от бедра нифига не зажалось. Ладно, го, наверное, комплект возьмем. Enemy UAV overhead. Блин, да вообще не видно реально ни хрена. Все, я думаю, сейчас можно идти просто смело с комплектом. Нахрен. Забавно даже очень. Пойду уже отсюда. Слушайте, это реально для консольщиков идеальная МП5. А чё он тут? Зачем так сидел? Ладно, надо ехать отсюда. Магазинов практически вообще нигде нет. Еще и сзади комплект выпал, который мне нужен. И тут еще война полным ходом. Ладно, надо идти и закупать. Это тот по мне, да, стрелял, по-моему? Мне послышалось. Не, не послышалось. Вон он бежит. Трупачок наш. Ну что ты? Ты чё, в смысле? Эй. Requesting recon. Scan for targets. UAV entering the AO. Да иди ты нахрен, слышишь? С такими мувами. Че, вообще дурной? Взял, смотался, блин. А, чел сверху, да? Но не совсем сверху. Так этот вообще с самого верха там. Куда собрался паренек? Упс. Как
Капец, у меня деньжищ. Блин, ночью, конечно, вообще нифига не видно. Блин, а это чё? Побежал уже, да? Надо его сначала принять. Тогда. Потом этих. Ну эти где-то там дальше были. Один на центре, по-моему. Он про меня вообще не знает. Ну, у меня тут, кстати, нормально людей. UAV entering the AO. Enemy dropping into the AO. Final deployment is fueling up now. Get this done. Shot. Блин, what the fuck? Be advised, UAV is bingo fuel. Friendly loadout drop on the way. Send that recon. UAV entering the AO. Бегунов. Пока не буду бабку активировать. То есть все равно должен всех видеть по факту. Там чел целит. А сейчас можно What the fuck, а? Как я так его упустил? Gas is closing in, relocating the safe zone. Как же так? Ну это моя ошибка полностью. И это сейчас должен показаться. Ну, может, на меня бежать? Я думаю, что он справа где-то. По-любому справа. Молодец. Ну что, на YouTube получается? Да, топчик. Ну чё, ставим лайки, подписываемся, жмем колокольчик. Всем хорошего вечера. Спасибо, что посмотрели до конца. На YouTube же все-таки зальем. Спасибо за лайки, ребят, большое.